Поддержка близких и вера в себя. Вот закон победы. Быть верным цели и идти к ней, несмотря ни на что, может только будущий победитель. Верьте в себя. А Татфондбанк всегда рядом с вами на пути к достижению желаемого. Татфондбанк. Технология победы. Центр подготовки молодых футболистов ФК «Рубин» каждый год просматривает юных дарований города и республики. В этот раз просмотр был объявлен для детей 2002, 2003 и 2004 годов. Отбор начинается, значит, вот сейчас мы отбираем 2004 год, то есть получается им 6 лет, вот как они вот идут в первый класс. Сама система отбора состоит из нескольких этапов. Благодаря кропотливой работе тренерский состав Центра подготовки молодых футболистов сумел оптимизировать процесс тренировок для того, чтобы достичь наиболее плодотворных результатов. С сентября месяца уже, значит, тренера по детским садам у нас ходят и проводят два раза в неделю занятия в детских садах. И вот с этого уже начинается просмотр. Все дети у нас во всем городе охвачены. Значит, тренера проводят с ними занятия. И по субботам здесь, в манеже футбольном, они приводят детей. Мы также проводим с ними занятия по субботам. И наиболее, значит, перспективных, талантливых мальчишек мы помечаем и, значит, берем на заметку. Тренировочный процесс проходит очень бодро и увлекательно. Молодые футболисты выполняют оригинальные упражнения, при этом все время находясь под пристальным взором наставников, которые успевают понаблюдать за каждым ребенком. Мы помечаем, ставим баллы наиболее активным мальчишкам, у которых видно желание во всех эпизодах, стараются проявлять себя, значит, которые быстрые, подвижные, ловкие и обладает уже такой природной координацией, то есть владеет своим телом. Главные зрители юных дарований – родители. Они не менее увлеченно наблюдают за тренировкой. Кто-то подбадривает, ну а кто-то терпеливо смотрит за своим ребенком с трибун. Пока мало кто задумывается о том, что их сын обязательно станет профессиональным футболистом. Скорее всего, просто чтобы занимался спортом, чтобы было дело, и чтобы в будущем, ну как бы, все равно это поможет. Занятие спортом в жизни поможет. Лишь бы здоровье, как бы, самое главное. Наш прадед тоже играл за «Рубин». Мы решили продолжить династию игроков «Рубина». Также родители молодых футболистов отметили хороший уровень организации и хорошее отношение тренеров к детям. Чувствуется уже как бы профессионализм тренеров. Все уже совсем другое. Не то, что как я в детстве был, начинал заниматься. Тут уже как бы небо и земля. Молодцы ребята, стараются, активные. Ну, молодцы. В жизни пригодится. Смотрите, как надо. Рубин! Воспитание молодых футболистов является приоритетной целью для многих ведущих клубов. Не отстает от них и казанский «Рубин», который из года в год просматривает совсем юных футболистов. И вполне возможно, что через какие-то 10-15 лет мы увидим новых Рыжиковых и Рязанцевых в составе казанской команды.